Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас рубрика «Ванна» у Светланы будет утренний уход. Покажу вам свои любимчики в быстром и эффективном уходе. Будем делать с вами массаж лица. Итак, поехали. У нас будет с вами мега простой, но очень эффективный уход, когда нужно очень быстро свою кожу привести с утра в порядок и куда-то бежать. Итак, с чего мы с вами начинаем? Начинаем с вами с умывания. А умываться я буду своим любимым гелем. Это Anti-Age Power от Clean Plus. Здесь в составе два мощных компонента. Это муцин улитки и экстракт пиона. Муцин улитки у нас с вами отвечает за молодость, свежесть лица. Он разглаживает мелкие мимические и даже возрастные морщинки. А экстракт пиона, экстракт подорожника в составе, они защищают нашу кожу от воздействия вредных факторов окружающей среды и впоследствии ее старения. Гель очень мягко и деликатно очищает кожу, не содержит парабенов, что делает его использование безопасным даже на чувствительной коже. А еще, девчонки, он укрепляет сетки капилляров. Вот у кого сосудистые сеточки на лице, возрастные, невозрастные, просто как бы сосуды близко к коже расположены. Этот гель укрепляет сосудистые стенки, что тоже очень-очень круто, и предотвращает появление купероза. Итак, что нам нужно? Я смачиваю ручки водой. Обильненько, прям вот пару капелек геля выдавливаю. Он прозрачный, гелеобразный, это все-таки гель. Я его в ручках вспениваю, очень много пены сразу. Лицо по-хорошему нам тоже надо намочить. И умываемся. Здесь такой божественный аромат, это такой кайф. Умываться с этим гелем, девчонки, это прям какой-то вот люксовый, дорогой парфюмерии. Пены много. Умываемся мы с вами правильно, очищаем кожу. У нас любой продукт должен побыть на коже 2 минутки. На это можно потратить время. Это не 20 минут, это 2 минутки. Но зато ваша кожа будет очень хорошо очищена. Поэтому я, как правило, не менее 2 минут таким вот образом ее массирую. И смываю. Первый важный этап по уходу за кожей завершен. Мы с вами умылись, мыли все загрязнения, которые были на нашем лице, да, после ночи. Теперь у нас уже кожа свеженькая, сияющая. Просто потрясающе. Гель, кстати, можно использовать и на вечернее применение. Он эффективно удаляет любой, у меня абсолютно любой макияж. Смывает загрязнения, продлевает молодость кожи, увлажняет, насыщает ее питательными компонентами. Посмотрите, прям какая она уже лоснящаяся. Уже можно как бы все. Можно бежать, если срочно надо, вот этого геля вполне достаточно, чтобы кожа наша выглядела красиво, улаживает мелкие мимические, придает сияние, упругость, кожа очень упругая. И несмотря на то, что она очищена до скрипа, вот прям до скрипа, девчонки, нет какого-то желания сильно вот это сейчас что-то прям наносить, то есть она не пересушена. Она очищена до скрипа, увлажненная одновременно. Именно за это я и обожаю этот гель. Еще, девчонки, это первый российский бренд космецевтики. Так, что мы делаем дальше? Дальше у нас с вами тонизирование. А тоник у меня тоже Anti-Age Power от Clean Plus. Великолепнейший продукт. Тоник – это обязательный этап ухода за кожей, который мы наносим на наше с вами личико после очищения. Не забывайте, пожалуйста, потому что после того, как мы умылись, нам обязательно нужно восстановить pH кожи, но, конечно же, ее увлажнить, дополнительно напитать полезными компонентами. Здесь целых 200 мл. Он тоже содержит экстракт муцина, экстракт муцин улитки, экстракт пиона, и еще здесь есть гиалуронка. Так, я люблю это дело. Можно делать ватным диском, наносить тоники, да, но я люблю на ручках. Вот так прям немножечко совсем на ручке выдавливаю. Тоник у нас с вами подготавливает кожу к нанесению дальнейшего ухода. Он уже становится более эффективным. И вот таким образом я это делаю. Тоника тоже просто волшебный, девочки, аромат потрясающий. Я не знаю, знаете, на что похож немножко? Вот сейчас я вспомнила Faberlic Happy. То есть, когда вдыхаешь этот аромат из серии Aromia Happy, счастье. Когда вдыхаешь этот аромат, становишься счастливее. Вот серьезно. Прям такой он классный. Какие преимущества выявляю для себя? Во-первых, это очень легенький тоник, очень легкий по своей текстуре, приятный. Он не вызывает какой-то липкости, никакой стянутости, не ощущается абсолютно на лице. Вы просто видите, как оно начинает сиять. И тактильно оно очень мягкое, нежное и увлажненное. Дальше. Здесь нет спирта.
Это тоже важный момент для проблемной, для жирной кожи, для любой, для возрастной. Здесь нет спирта, здесь нет парабенов и нет никаких комедогенных масел, которые могут вызвать нам с вами какие-то потом выступания или неровный тон тоже вполне себе может за счет этих масел образовываться у нас с вами. Нет, здесь все прям идеально и отлично. Сияющая увлажненная кожа на выходе, прям вот как будто изнутри подсвечена. Так что, девчонки, теперь у меня эта парочка в любимчиках, и вам могу смело рекомендовать. Еще вас ждет впереди приятный бонус, сейчас все расскажу. Как понять, подойдут ли вам тоник и гель? Ну, во-первых, если у вас возрастная кожа, вы видите какие-то возрастные изменения, вам однозначно сюда. Во-вторых, если видите, что снижена эластичность и упругость кожи, тоже однозначно сюда. После этих средств от Clean Plus кожа невероятно упругая, вот просто невероятно. Так, потом, если вы ощущаете сухость после умывания, вы не можете никак подобрать себе средства, то вам тоже сюда. Здесь вот прям все настолько идеально. Я уже говорила в предыдущих роликах, когда показывала вам гель, что это такое волшебное комбо. То есть и очищенное до скрипа, и тут же увлажненное. Но у меня такого раньше никогда не было, поэтому любовь. Так, ссылочку оставляю, конечно же, в описании и на гель, и на тоник. И еще вас ждет промокод на Озон на скидочку 15%. И работает он, девчонки, только 2 дня. Поэтому успевайте. То есть с момента выхода ролика он работает 2 дня. Успевайте обязательно воспользоваться, потому что средства действительно стоящие. Ну, а что у нас с вами дальше? Дальше я буду наносить сыворотку. Сыворотка у меня вот такая вот от Farm Stay. Вот она. Очень нравится. Видите, активно использую ее летом. На осень она тоже на зиму подойдет. Достаточно легкий продукт, который тоже как бы не имеет в составе своем никаких комедогенных веществ. Но в то же время очень хорошо увлажняет. Эта серия с зеленым чаем мне очень понравилась. На самом деле я практически все лето ей и пользовалась. Наношу сыворотку обильненько. Прям она очень быстро впитывается. Очень быстро. Она прям такая легенькая. Несмотря на то, что вот у нее как будто... Ну, кажется, что она с маслами, но нет, нету их. Нет, они, может быть, и есть, но совсем такие деликатные, очень комфортные. Вот она уже все практически впиталась. Не оставляет тоже никакого липкого, ну, может, первые 30 секунд слоя. Классная, суперская. И я начинаю на этом этапе уже делать массаж гуаша. Я приблизительно раз в 2-3 месяца, по 20 дней подряд, утром и вечером делаю массаж гуаша. Мне нравится. Вот, но только главное не пропускать. Обязательно утро и вечер, 20 дней. Я пока начну делать, не начну, уже сыворотка впиталась. В общем, я на этом этапе начинаю делать массаж. Но так как она быстро впитывается, если вы делаете с другой сывороткой, с какой-то маслянистой, то пожалуйста. Но так как у нас уход сегодня с вами утренний, и нам нужно быстро привести кожу в порядок, то мы будем делать с вами на легкую сыворотку. Или вот потом на кремушек. Сыворотку покупала, девчонки, на рандеву. Я постараюсь найти на нее ссылочку и оставить. Это бюджетная серия очень у Farm Stay. И скидку на рандеву, промокод 10%, тоже вам под роликом обязательно оставлю. Так, дальше я буду наносить отбеливающий крем Faberlic SPF 15 на день. Артикул 120-34. Сейчас он у меня в уходе. И он такой достаточно жирненький, плотненький. Потом даже промакиваю салфеточками, чтобы убрать жирность. Вот, поэтому с ним очень хорошо делать массажик. Прям замечательно. Наносим на личико и на декольте. Я вижу эффект от гуаша, если не забывать делать. Вижу и подтяжку лица овала. Вижу, как брыли тоже подтягиваются. Но опять же говорю, вот нельзя пропускать. Нужно, чтобы хотя бы минимум вот эти 20 дней кожа была в таком вот тонусе от массажа. Гуаша вообще самый, мне кажется, дешевый вариант массажа лица. Ну, то есть за 100 рублей можно этот скребок купить. Но мышцы вы разминаете. Я начинаю так с носика. Иду вверх. Все массажные линии у нас с вами восходящие. Если мы хотим сделать утром лимфодренаж, но мы сильно-сильно оттекли, то можно начать с него. Лимфодренаж у нас, наоборот, делается по нисходящим линиям. То есть можно вот так от лба начинать и спускаемся. Вот так. Лимфодренаж – это очень классная тоже штука для молодости лица, для подтяжки, для здоровья. Поэтому можно утренний массаж начать из лимфодренажа.
Вот таким вот образом. Несколько движений. Прям я надавливаю так, чтобы мне было комфортно, ну и чтобы кожа моя покраснела. Через несколько минут краснота пройдет, и все будет нормально. Если вы человек, который работает, допустим, на пятидневке, на шестидневке, вам надо бежать на работу, значит, делаем легонечко, чтобы кожа наша не покраснела и красная на работу не убежать. И быстро сделать макияж. Здесь тоже, девчонки, достаточно 2 минут. Не жалейте на себя этих пару минут, чтобы потом видеть, как ваша кожа молодеет на глазах. Да? Дальше. Опять этой стороной я все сначала проделываю. Я держу носогубочку, разглаживаю ее и хорошенечко ее проделаю вместе с жевательной мышцей, которая находится вот здесь, наша мышца злости. Так как сейчас много злых людей, они много злятся, но выглядеть хотят молодо, это, кстати, нереально. Молодо выглядят только добрые люди, запомните. Вот. А вот эта жевательная мышца, мышца злости, она у нас все время в работе, она все время в напряжении, ее обязательно надо разминать. Если мы разомнем вот здесь, вот здесь, вот здесь, а вот эта мышца так останется в напряжении, мы не поднимем наш овал лица. Поэтому погнали. Вот таким образом. Хорошенечко захватываю, носогубку прорабатываю. Можно задерживаться на несколько секунд вверху, когда мы все это дело поднимаем. И от подбородка к уху то же самое. Тоже могу придерживать. Чтобы у нас вот этот вот уголочек, он прям захватывал контур нашего лица. Вот таким образом все прорабатываю. И потом вогнутой стороной делаю все то же самое. Вот эту сторону я вообще не использую. Слушайте. У меня вот здесь есть морщинка, я ее как следует вот так тоже из стороны в сторону прорабатываю. Вот таким образом. И то же самое потом просто вот этой стороной еще раз повторяю, делаю. Потом прохожусь по векам вот этой стороной. Ну, прям получается, где уголочек, там бровка у нас по верхнему веку. Легонечко по нижнему. Легонечко, прям нижний я так особенно не затрагиваю. Потом височек весь поднимаю наверх. И, собственно говоря, все. Сейчас я вторую сторону проделаю, то уже видите, у меня первая сторона вверх ушла, а это еще внизу. Шею, декольте тоже не забываем. Обязательно. Иначе тоже никакой подтяжки, никакого лифтинга не будет. Вот этой стороной проделываю снизу вверх. Как следует разминаем наш второй подбородочек. Таким образом. Мышцы шейные. Тоже этой стороной очень удобно. У кого хондроз, прям обязательно делайте шею, шейного отдела, особенно голова болит часто, если от этого. Вот этой стороной теперь прохожусь. Посередине мы делаем вверх, а по бокам вниз. Обязательно вот этой стороной проделываю шею сзади, сверху вниз. Вот у кого хондроз, вы будете испытывать кайф уже на этом моменте. Это очень приятно. Обязательно как следует хорошо размять сзади всю шейку. Сверху вниз движение. Приятно и полезно. Прямо такое удовольствие. Все, мои хорошие. Теперь и в пир, и в мир, и в добрые люди. Качественный, быстрый уход. Сделали массаж. Можно наносить макияж и свежее, румяное, сияющее покорять мир. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Все ссылочки, как всегда, оставляю в описании на Клен Плюс промокод, на рандеву на сыворотку тоже промокод. Всех люблю, целую, всем пока-пока.